Вот такой крем белковый можно есть тем, кому нельзя яйца. А еще многие боятся белковый крем есть из-за сальмонеллеза. Так вот, вот это идеальное решение. Вкус, вот если не сказать, что приготовлено из нутового отвара, ни за что не догадаетесь. У него даже вид вот такой же, вот, как обычный белковый крем. Его можно использовать, допустим, для куличей, начинять всякие пирожные, делать торт. Кстати, появилась идея. Вот этот крем я оставлю для прослойки торта, наверное.